Всем привет, с вами Лафонтен, и сегодня я начинаю проходить игру «Корсары каждому свое». На сегодняшний момент это последняя игра из серии «Корсаров», и она знаменита тем, что разработчики смогли перевернуть всю игру с ног на голову, тем самым перезапустив всю линейку игр «Корсары». Абсолютно новая игра предстанет перед нашим взором. Новые квесты, новые задания, новые персонажи, локации – также предметы ждут нас в игре. Давайте же начнем новую игру. В этой игре нам предстоит играть всего лишь одним персонажем за французскую нацию. Вот он, Шарль де Мор. Выберем сначала сложность игры, отважный приватир. Тип морского сражения я так и оставлю. Дозарядка пистолей, раздел добычи, сохранение и дожди. Прочитаю я его справку. Сын французского дворянина, гуляка и ловелас, явился на Карибы, чтобы найти без вести пропавшего брата. Здесь ему предстоит обрести себя, открыть новые черты характера, столкнуться с ложью, хитростью и коварством, найти свою любовь, познать неопознанное и преодолеть все препятствия на пути к представленной цели. О личном жизненном опыте Шарля нам свидетельствует его легкое отношение к морали и обществу. Он знает цену людским порокам, не ведает горечи поражений и не имеет боевого опыта, да и откуда им взяться в блистательных парижских салонах. Совершенно не кичится ни титулом, ни привилегиями. Сознавая малое соответствие полученного в детстве домашнего образования существующим реалиям, разумный Шарль брал индивидуальные уроки. Наиболее увлекательным и полезным для себя занятием он находил. И здесь нам предстоит выбрать тип своего героя. Все характеристики и навыки уже распределены разработчиком, и нам нужно выбрать всего лишь тип. Гимнастика, искусство, фехтование, общее щитоводство и риторика, атлетика и основы боя на мечах, оружейное и стрелковое дело. Ну, я, наверное, выберу какой-нибудь боевой тип героя. Так, ну, я выберу атлетику и основу боя на мечах. Регулярные тренировки и правильные физические нагрузки научили организм быстрее побеждать усталость. На 15% увеличилась скорость восстановления энергии. Учебные схватки в тренировочном доспехе привили навыки правильно распределять нагрузку и эффективно отражать или блокировать удары. Урон, нанесенный персонажу любым оружием при экипированной кирасе, снижается на 15%, а меч, палаш или топор стали практически друзьями на всю жизнь. Ну, то есть у нас на 15% увеличится скорость восстановления энергии и на 15% снижается урон, наносимый противниками. Напишем название профиля. Так, начинаем игру. Первым делом, как сойду на берег, напьюсь.
«Просыпайтесь, месье, как вас там? Прибыли?» «Ах, что уже? Чёртова жара!» «Привыкайте, месье, тут другой погоды и не бывает. Разве что хуже?» «Куда уж хуже, под одной полотняной рубашкой пот катится градом». «Не забудьте свои вещи, поторапливайтесь, месье, шлюпка ждать не станет. Вы же не хотите добираться до берега вплавь?» «Да я уже готов, где моя шпага? А, вот». «Да, тут вам не Европа. Будьте осторожны, месье. Здесь в последнее время не любят тех, кто задает слишком много вопросов. Времена нынче, знаете ли, неспокойные. Говорят, что остров продали каким-то фанатикам веры. Я до сих пор не замечал никаких перемен в привычном укладе жителей Мартиники. Но за время моего отсутствия многое могло измениться. Фанатики веры, что за вздор?» «Вздор или не вздор, а слухи ходят. Да и без того напасти хватает. Людоеды в джунглях, лихорадки, пираты в море, бандиты в переулках. Ну началось, страсти-то какие. Пока единственные напасти, которые я встретил, это жара и москиты. Ладно, я готов, идем?» «Поднимайтесь наверх и ступайте в шлюпку, месье. Добро пожаловать на Карибы». Ну вот мы появились на острове Мартиника в поселении Сен-Пьер. Так начинается новая игра. Сначала прочитаем то, что у нас в записях. Время Гасконца. 1 октября 1654 года, 11:14. «Неисповедимы дела твои, Господи! Кто бы мог предположить еще полгода назад, что бравый мальтийский рыцарь Мишель де Монпе, герой Барселоны и прочее, бросит грязную тень на славное имя благородного Анри де Монпе, а мне, его блудному сыну, повесе и жиголо будет предложено оттирать следы бурной жизнедеятельности моего непогрешимого братца. И вот я, как безумный Дон Кихот, чусь на всех парусах на край света, оставив позади Париж и незаконченный портрет Лулу в виде выходящей из пены Афродиты. Кстати, нужно признать, что в отличие от прелести этой чертовки, морская пена в действительности выглядит несколько иначе, чем мне казалось до сих пор. Нужно будет это учесть по возвращении. Надеюсь, мое приключение не продлится далее Рождества, а муженек Лулу сгинет на восточных границах, оставив ее в покое своей павианью ревностью. Из-за него воздух Парижа в последнее время стал действительно смертельно опасен для меня. Нужно будет навести справки о миссии ордена о моем опальном братце. Полагаю, что губернатор Жак Дил ду Парке в курсе того, что творится в его владениях. Хотя слуга де Бринье на словах еще раз предупредил меня, чтобы я был осторожен и не искал прямых путей, которые далеко не всегда бывают самыми короткими. Хорошо, что у меня еще остались пара безделушек от щедрот Лулу и немного серебра. Будет на что прожить первое время и вернуться назад, как только узнаю, что же такого мог натворить наш неугомонный Мишель. Открываем документы, и тут видим три письма. В этой игре будет много документов, это не как в «Корсарах. Город потерянных кораблей». Здесь будет довольно-таки очень много документов, и их нужно все читать, для того, чтобы проходить игру. Итак, письмо от Анри де Монпе, это отец Шарля де Мора. «За время твоего долгого отсутствия я уже начал забывать, как ты выглядишь. Ты знаешь, что я не разделяю твоего увлечения праздным образом жизни, настолько, что запретил тебе появляться в родовом замке, пока ты не возьмешься за ум и, по примеру своего брата, не выберешь себе занятия более достойное дворянина и мужчины, чем пачкание мольбертов и простынь богатых куртизанок. Но обстоятельства заставляют просить твоей помощи. Дело в том, что твой брат Мишель бесследно пропал. Вот уже год я не имею от него никаких известий, хотя до этого получал от него весточки регулярно. Последний раз он писал, что намерен принять участие в небольшой экспедиции в Новый Свет, и что, возможно, в течение нескольких месяцев не сможет дать о себе знать. Корабли пересекают океан за 3 месяца. Именно столько потребовалось мне в свое время. Сообщения с колониями налажены и почти оттуда приходят регулярно. Я боюсь, что с ним что-то случилось. Мои письма нашему земляку Шевалье де Лабренье, которого Мишель назвал своим близким другом, остаются без ответа. Хотя, насколько мне известно, он не участвовал в экспедиции и по-прежнему занимает место секретаря при магистре ордена Паскераси.
Прошу тебя бросить на время свою мазню и распутных парижских девок и отправиться на Мальту с целью разрешить эту неопределенность. Она убивает меня, и мне, бывшему морскому офицеру, привыкшему смотреть в глаза опасности, проще будет знать самую страшную правду, чем продолжать мучиться в неизвестности. К сожалению, я не могу выделить тебе для этого путешествия какую-либо значительную сумму, так как поместье наше давно пришло в упадок, а не урожай в прошлом году окончательно загнал меня в долги. Мишель обещал поправить наши дела по возвращении, но... Умоляю тебя, мой мальчик, забудь старые обиды и поспеши исполнить мою, возможно, последнюю просьбу. Кроме тебя мне больше некого попросить об этом. Твой отец Анри де Монпе. Гасконь, 6 апреля 1654 года. Из этого письма мы видим, что отец просит разобраться в делах Мишеля, постараться разузнать, в чем там дело. И читаем следующее письмо. Письмо от Шевалье де Лабринье. Это близкий друг Шарля де Монпе. И он нам пишет. «Месье де Мор, в ответ на запрос о судьбе вашего брата Мишеля де Монпе, с прискорбием сообщаю, что он обвиняется в тяжких преступлениях и содержится под арестом по приказу генерал-губернатора французских Антильских островов Филиппа Лавайе де Пуанси. Этот шевалье является также нашим командором и уполномоченным представителем Мальтийского ордена на территории Вест-Индии. В его подчинении год назад и была направлена секретная миссия, в состав которой входил ваш несчастный брат. Возможно, это как-то связано с недавними слухами о покупке орденом острова Мартиника. Подробности места заключения де Монпе, а также цели и задачи самой миссии, мне неизвестно. Полагаю, что это тайна, которая может стоить головы тем, кто осмелится проявить к ней какой-либо интерес. Сведения эти получены мной от людей, заслуживающих полного доверия. Я не стал огорчать этой ужасной новостью вашего престарелого отца, дабы не стать причиной его преждевременной кончины. Это письмо вам доставит мой слуга, и уничтожит его, как только вы ознакомитесь с его содержанием. Отправляя его, я подвергаю риску свою карьеру и жизнь, но не могу оставаться равнодушным к судьбе моего друга, спасшего мне жизнь на стенах Барселоны. Возможно, именно вам удастся снять с Мишеля позорящую вашу семью обвинение и установить справедливость, ибо я не верю в его виновность. Но связанные присягой ордену и добровольно взятыми на себя обязательствами, я не могу как-либо еще повлиять на исход событий. Уповаю на ваше благоразумие и благородство. Шевалье де Лабринье, Мальта, 15 июня 1654 года. Из этого письма мы понимаем, что брат заключен под стражу на Мартинике. Записка от Лулу – это любовница Шарля де Мора, нашего героя. «Милый Шарль, мое сердце готово разорваться при одной мысли о нашей разлуке, но я сама вынуждена умолять тебя бежать из Парижа и как можно быстрее. Не осталось никаких сомнений, что мой супруг догадывается о наших шалостях. Меня он тронуть не осмелится, учитывая мое положение при дворе, но тебе, моя радость, грозит смертельная опасность. К Рождеству наш бравый рогоносец должен отбыть вместе со своими рейтарами к восточным границам. По крайней мере, меня об этом уверила моя кузина». Похоже, ее новое декольте окончательно свело с ума юного Луи. Ну а пока тебе нужно срочно исчезнуть в провинции. Отличный повод унять твои вечные угрызения совести и навестить больного отца. Спасайся, любимый, и помни, что я жду тебя. Надеюсь, безделушки, которые передаст тебе Дэнни вместе с этой запиской, скрасят тебе на время горечь разлуки. Поскриптум. Береги себя и не забывай свою маленькую Лулу в объятиях гасконских развратниц. Говорят, под южным солнцем страсти приобретают особую пылкость. Ну вот, я уже начинаю ревновать. Париж, 24 июля 1654 года. Ну, в принципе, это письмо довольно-таки бесполезно для нашего прохождения и для истории. Но оно повествует о жизни Шарля де Мора в прошлом, в недалеком прошлом. Итак, мы узнали, что наш брат содержится под стражей на Мартинике по каким-то там совершенным делам, и нам нужно разузнать, что это за дела, и попытаться освободить его. Шарль надеется, что это путешествие продлится недолго, но все будет впереди. Итак, сохраняемся и идем вперед. Вы что-то хотели? Нет? Тогда позвольте пройти.
Рад приветствовать вас в колониях, сударь. Позвольте представиться, Григуар Валенье. Только что прибыли из метрополии. Здравствуйте, месье. Мое имя Шарль де Мор. Да, я только-только с корабля. А вот вас, правда, что-то не припомню. Мы знакомы? Нет, сударь, к сожалению, я не имел чести быть знакомым с вами раньше. Однако, увидев благородного дворянина, впервые ступившего на землю Мартиники, я счел просто обязанным подойти и познакомиться с вами. Я хорошо помню свой первый день, когда и я, подобно вам, прибыл в Новый Свет. Здесь все не так, как в старушке Европе. Местные порядки могут изрядно навредить здоровью и кошельку незнакомого с ними человека. Поэтому я и подошел поприветствовать вас и предложить свою скромную и абсолютно безвозмездную помощь в ознакомлении с нашей колонией и архипелагом в целом, дабы вы имели хотя бы поверхностное представление о месте, куда приехали. Спасибо за заботу, сударь, я действительно признателен вам, но думаю, что без труда разберусь во всем сам. Как вам будет угодно, месье, в любом случае я был рад нашему знакомству. Благородные люди столь редки в этой глуши. Всего доброго и удачи вам. И вам тоже, Григуар Валенье. Это как бы персонаж, который хотел нас познакомить со всем укладом жизни на архипелаге, познакомить с устройством города. Но это мне не нужно, так как я сам себе путеводитель. И в принципе я могу говорить о том, что я знаю эту игру. Первым делом, как прибыли, нужно отправляться в резиденцию, как говорится в письме, чтобы узнать обо всем. Но я расскажу о небольшой хитрости, которую некоторые игроки, может, и знают, но новичкам оно пригодится. Для начала посмотрим в предметы, в инвентарь наш, и видим, что у нас стоит валонская шпага, рубин, изумрудные бусы и много всяких драгоценностей. Сначала идем и продаем их. Подходим к лоточнику и продаем все. Кулоны, золотые колечки. Так, отлично. И у нас есть некая сумма денег. Вот эту сумму денег придется спрятать, потому как нас ждет арест, вы об этом узнаете позже. Ну и чтобы сберечь эти деньги, нужно их спрятать в пещере. И направляемся в грот, а он находится в джунглях, где мы и спрячем наши сокровища. Так, отправляемся в пещеру. Как вы видите, здесь изменены многие текстуры, точнее почти все. Многие персонажи предстают в немного другом виде, непривычном для многих игроков, но приятном. Все текстуры абсолютно новые, красивые, приятные глазу, и на них смотреть без восторга просто невозможно. Также изменены текстуры джунглей, теперь трава более густая, более зеленая, более яркая. Изменена музыка в игре, она немного красивее стала. Теперь, когда мы идем, это действительно джунгли, можно слышать по звукам. То есть повысили такую атмосферность игры в целом. На протяжении игры нам будут встречаться новые локации, новые корабли, персонажи. Будем проходить очень интересные квесты. Ну а пока мы будем проходить некий вступительный квест, такой начальный. Он включает в себя несколько заданий, и на протяжении которых мы научимся управлять кораблем, научимся всему необходимому, чтобы выжить в этом архипелаге на этом. Итак, мы пришли в пещеру. Как вы видите, здесь нет звезды, вызывающей скелетов, потому что скелеты здесь встречаются только в особых заданиях, особых квестах, они очень интересные. Ну а вместо скелетов здесь представлены другие персонажи, которых мы будем встречать в дальнейшем и о которых вы скоро узнаете. Подходим в пещере, так, складываем свое песо. Тут, кстати, две валюты имеют ход. Называются они песо и дублоны. Песо — это серебряная монета, а дублоны — это золотые монеты большие. Ну, дублоны, если продавать или обменивать, то дублон стоит 100 песо примерно.
Ну а песо, соответственно, одну сотую дублона. По заданиям и в обычной жизни здесь встречаются и песо, и дублоны, поэтому придется нам обменивать одну валюту в другую, ну, чтобы проходить игру. Иногда нам нужно будет покупать за песо что-то, иногда будет придется покупать за дублоны, поэтому нужно иметь в наличии и дублоны, и песо. Так, возвращаемся в город. Ну, шпагу я снять не смог, потому как нет никакого оружия, чтобы заменить его, а просто так она не снимется. Ну да ладно, нам дадут другое оружие. Надеюсь, оно будет лучше. Так, вот мы пришли в город. Как вы могли заметить, здесь теперь абсолютно новые горожане. И они более соответствуют духу города, колониального города. Потому как в прошлых версиях были примерно одинаковые жители, а теперь можно на улицах встретить. Не бойся, подойди поближе. Как и цыгань, как и цыган. Милок, позолоти ручку, всю правду тебе расскажу, извини, мне пора идти. Можно встретить девушек-цыган. Можно встретить обычных зажиточных горожан. Так, кто тут еще был? Можно встретить нищих даже, ну это как обычно. Можно встретить таких моряков, офицеров, обычных горожан, горожанок. Можно встретить даже моряков. Некоторые из них пойдут к вам в команду, но об этом мы узнаем позже. То есть тут представлен, можно даже встретить бродячих монахов, вот как вы видите. В общем, тут все слои населения представлены. Тут даже есть некоторые дворяне. С одним мы уже встретились на входе в пирс. Ну а теперь пойдем первым делом в резиденцию. Сохраняемся и заходим. Подходим к губернатору. Итак, что привело вас ко мне? Жаку Дилу де Парке. Что вам угодно, месье? Здравствуйте, ваша светлость. Я только что прибыл из Парижа. Я разыскиваю Мишеля де Монпе. Не могли бы вы посодействовать в моих поисках? Вы ищете Мишеля де Монпе? Очень интересно. И зачем же он вам понадобился? Я его брат. Отец сообщил мне, что у Мишеля неприятности, ему требуется помощь, и я... Вот как? Что-то я не припомню никакого брата у месье де Монпе. Вот что, сударь, вы мне кажетесь очень подозрительным. Я вас арестую для дальнейшего разбирательства. Лейтенант, взять этого человека под стражу. Но ваша светлость... Ты арестован, приятель. Немедленно сдавайте оружие, месье, и следуйте за нами. Вот так лип. Нас посадили в тюрьму. По недоразумению. Мы показались подозрительным человеком и нас взяли под стражу. Я представляю здесь интересы Его Величества Людовика XIV. Добрый день, Шарль. Позвольте представиться, Филипп де Пуанси и я. Какого черта меня задержали и посадили в тюрьму? Это форменное безобразие. Я французский дворянин и... Молодой человек, я попрошу вас не перебивать меня. Вы разговариваете с генерал-губернатором французских колоний Карибского архипелага. Я прощаю ваш дерзкий тон лишь потому, что вы не могли знать, кто стоит перед вами. Но я рекомендовал бы вам быть впредь более сдержанным. Простите, ваша светлость. Так-то лучше. Что касается вашего вопроса, то вас по ошибке приняли за испанского шпиона и поместили под арест до выяснения. В последнее время проклятые кастильцы активизировали свою деятельность в французских поселениях. Поэтому я лично издал приказ задерживать всех подозрительных людей. Но сейчас во всем разобрались, вы действительно Шарль де Мор, брат Мишеля де Монпе. И я лично, подчеркиваю, лично явился в эти казематы, чтобы выпустить вас на свободу. А вы кричите и ведете себя словно мальчишка. Еще раз приношу извинения, ваша светлость. Так я свободен? Угу, да, вы свободны. Но прежде чем сержант отопрет двери вашей камеры, мы с вами поговорим по душам. Вы, вероятно, в курсе, что ваш брат, один из достойнейших воинов Ордена Мальтийских Рыцарей, арестован и помещен под стражу.
Я знаю лишь то, что мой брат попал в беду, и ему нужна помощь. А для этого я и прибыл сюда из Парижа. Что же, я очень и очень рад этому. Я хочу сообщить вам, что у месье де Монпе серьезные неприятности. У меня есть все основания подозревать его в злоупотреблении служебным положением, в личных целях, присвоении не принадлежащему ему имуществу и клятву преступления. Однако вы действительно сможете помочь вашему брату. Месье, вы не могли бы объяснить поподробнее? Я что-то совсем не понимаю. Мишель был гордостью ордена, и он... Я тоже так считал. Мы все так считали. Но его недавние поступки заставили нас усомниться в его преданности делам ордена. Настолько усомниться, что он был помещен под стражу. Подробности вам расскажет сам Мишель. Он же и объяснит, каким образом вы можете помочь снять с него обвинение и избежать позора. «Ну где же мой брат сейчас? Вы сказали, он в тюрьме, и я не видел его здесь». «Юноша, разве я сказал, посажен в тюрьму? Вы меня внимательно слушаете, я сказал, взят под стражу. А это не одно и то же. Мишель де Монпе содержится под арестом в подземной базе Сен-Пьера, принадлежащей Мальтийскому ордену. Я разрешаю вам неограниченное число раз посещать базу и беседовать с вашим братом столько, сколько вы сочтете нужным. Офицеры и солдаты ордена ознакомлены с моим распоряжением и не будут чинить вам препятствий». «Но где же находится эта подземная база?» «В Сен-Пьере, конечно. Найдите большое здание городских казарм и войдите в дверь, на которую нанесена символика ордена. Затем спуститесь по ступеням вниз на второй подземный ярус к казематам. Там вы и отыщете месье де Монпе в одной из камер. На этом все. Надеюсь, мы с вами еще встретимся, Шарль. Сержант! Постойте, ваша светлость, а мои вещи, шпага и прочее? Ваши вещи конфискованы в счет уплаты долгов вашего брата. Всего доброго, месье де Мор. Но подождите. Ну вот, мы узнали, что все-таки это было недоразумение. Нас посадили под стражу просто из-за подозрений. Но сейчас все прояснилось, и нас выпустили на свободу. От генерал-губернатора французской колонии в Вест-Индии мы узнали, что наш брат содержится в одном из зданий Сен-Пьера. Там находится орден мальтийцев. Наше дело быть начеку. И нам нужно будет навестить его, потом он сообщит нам о том, за что же его все-таки посадили под арест. Одним из нововведений этой игры является то, что тюрьма находится в городе, а не за городом, в джунглях, в форту и фиг знает где. Теперь нам не придется бегать по джунглям, чтобы сходить в тюрьму и вернуться из нее, а тюрьма находится в городе вот в таком здании, в здании казарм. В каждом городе есть тюрьма, и вы можете без труда найти по такому зданию или более похожему на него. А сейчас направляемся сначала в резиденцию, перед тем, как навестить брата. Подходим к Жаку Дилду Парке. «А, это вы, месье де Мор. Видимо, я должен извиниться за то, что так круто с вами обошелся. Но поймите и меня тоже, я забочусь о нашей национальной безопасности». «Конечно, ваша светлость, в конце концов все прояснилось. И все же я хотел бы загладить свою вину перед вами. Вот возьмите эту шпагу, этот пистолет и этот легкий доспех от меня в подарок. Думаю, эти вещи вам пригодятся». «Благодарю, месье. С учетом того, что вы меня обобрали до нитки, это будет весьма кстати». Нам дали экипировку. Посмотрим же, что это. Легкий бильбо, строевой пистолет, пистолет, кожаный корсет. Так. Бильбо, атака, баланс 34,7, 1,5. Кстати, это еще одно нововведение этой игры. Здесь появилась такая характеристика, как баланс. Она означает, что оружие холодное принадлежит к одному из видов ударов. Ну, то есть, оружие может нанести хороший урон колющим, режущим или пробивающим ударом. Это зависит от характеристики баланса. Испанская шпага с довольно широким рубящим клинком и глухой гардой чашкой. Не случайно этот надежный клинок получил такое распространение у испанских военных моряков.
Это строевой пистолет, оружие, урон минимум максимум 50-150, строевой пистоль с ординарным кремниевым замком и скобой для ношения на поясе. Просто в обращении, поэтому наиболее распространен. При стрельбе он использует пули. Тут есть несколько видов боезапаса, боеприпасов, пули, картечь и еще несколько видов боеприпасов, которые мы встретим в будущем. Вот. Хочу сказать, что пистолеты в этой игре могут сломаться, то есть они могут взорваться прямо в руках и выйти из строя. То есть просто прийти в негодность прямо во время сражения. Так что нужно быть аккуратней и носить несколько пистолетов. Ну, для того, чтобы если один сломался, его одеть и все. Отлично, и можно идти уже в следующее сражение сразу же. Ну, если нет возможности докупить его потом. Так, одеваем все это, потому как у нас нет другого оружия. И кожаный корсет, который снимает на 5% урон, который наносится любым холодным оружием. Ну, это нам пригодится. К тому же у нас 15% снижения урона, так как я выбрал такой тип персонажа. Так, отлично. Сохраняемся. И теперь я возвращаюсь в пещеру, чтобы забрать... Итак, вот я вернулся из пещеры. Все деньги лежали в полной сохранности. Не переживайте, даже если пройдет несколько дней, как у нас прошло 2 дня ровно, в этом месте они никуда не пропадут. Поэтому можно смело класть туда вещи свои. Так, теперь можно отправляться к брату и разузнать наконец, что с ним случилось. Брат находится в этом же здании, но с другой стороны. Вот символика Мальтийского ордена. Заходим в эту расписную дверь. Здесь находится орден мальтийцев. Видите, новая текстура, новая карта, ну, новая локация. Вот они, солдаты мальтийцы, они немного другие. Подходим к начальнику. Вы кто? Куда идете? Месье, проходите, не задерживайтесь. Как вы попали сюда? По какому делу вы здесь? Я пришел, чтобы видеть своего брата Мишеля де Монпе. Мишель де Монпе находится под стражей в одной из камер, заключен по личному приказу швалье Филиппа де Понси. Спуститесь на нижний ярус, там отыщите казематы. Я думаю, вы не заблудитесь. Спасибо. Итак, направляемся к нему. Вот вроде, да, вроде сюда, нам сказали же вниз идти. Так, вот. И сейчас последует довольно-таки интересный разговор с нашим братом, из которого многие удивятся, многие ничему не удивятся, так как это корсары. Сохраняемся. Вот наш брат. Он содержится здесь. А, тут еще кто-то. Ну, в принципе, с ним можно поговорить, наверное. Не хочет. Ну, вот наш брат. Что бы ты ни думал, я рад тебя видеть, брат. Его зовут Мишель де Монпе, как мы это узнали уже давно. Рад видеть тебя, брат. Я, конечно, понимаю, что тебе трудно в это поверить, но мне действительно чертовски приятно, что ты приехал сюда. Ха, ну надо же, он рад. Значит, пока ты был на коне и являлся гордостью своего ордена, Шарль был позором семьи, жалким художником, жиголо и придворным шаркуном, так? А теперь, когда тебя упекли за решетку твои же соратники, ты мало того, что вспомнил о своем непутевом братишке, марателе холстов, так еще и чертовски рад его видеть. Шарль, ты... Я еще не закончил. У тебя хватило наглости сыграть на чувствах нашего батюшки, чтобы помочь самому себе. Так знай же, что я приехал в эту чертову глушь, где от жары можно сойти с ума, и где москиты буквально заедают насмерть не ради тебя, а ради нашего бедного отца. Ой, Шарль, с каких-то пор в тебе заиграла сыновняя почтительность. Давай на чистоту, брат. Всем в Париже известно, чей ты сын, хотя ты и носишь фамилию де Мор. И тебе крайне невыгодно, чтобы фамилия де Монпе покрылась позором и была втоптана в грязь. Ведь тогда ты не сможешь бравировать, намекая на свое происхождение, и рассказывать вымышленные истории о своих героических похождениях, так? Двери лучших домов Парижа навсегда закроются перед тобой. И тебя навряд ли подпустят даже на милю к Лувру, верно? Твои куртизанки и любовницы, чьим мужьям ты наставляешь рога, пока те сражаются на полях брани за наше отечество, навряд ли захотят изменять своим
благоверным с братом государственного преступника, коим меня намереваются выставить. Скажи, ты ведь поехал сюда прямо из постели какой-нибудь замужней девицы, я угадал? Шарль, что это с тобой? Что это ты так изменился в лице? Правда, глаза колет? Ты! Ладно, брат, обменялись колкостями и довольно. Я согласен с тем, что я не идеал, но и ты не ангел. Шарль, сейчас действительно не время для ссор. У нас теперь одна цель – спасти честь и достоинство фамилии де Монпе. И неважно, какими причинами мы руководствуемся. Брат, хоть раз в жизни сменим вражду на мир. Договорились? Ну давай попробуем. Ты можешь толком объяснить, в чем тебя обвиняют? Официально это звучит как растрата денежных средств ордена. На самом деле все гораздо глубже. То есть ты присвоил себе деньги нашей организации? Вашей? Ну-ну. Я же говорю, это официальное обвинение. Я не взял ни Луидера. Так вышло, понимаешь? И я не могу объяснить тебе все подробно, поскольку даже находясь за решеткой и не имея морального права раскрывать тайны нашего ордена. Ну ты уж все-таки постарайся объяснить, братец. И в конце концов имею право я знать, не так ли? Хорошо. Я получил эти деньги на проведение щекотливой и очень опасной операции, которая должна была привести к политическим перестановкам на Карибах. Действовал я по приказу Филиппа де Пуанси, это генерал-губернатор французских колоний. Так вот, несмотря на все приложенные усилия, дело провалилось. Де Пуанси буквально пришел в ярость, поскольку разрушились все его далеко идущие планы. Он лично подписал приказ о моем аресте и проследил, чтобы он был выполнен. А затем явился сюда и заявил, что если я или мои родственники не вернут денег, выданных на операцию, то он обвинит меня в растрате и измене ордена. Ну и дела. А где же они, эти деньги, которые, как я уже понял, предстоит выплатить нашей семье за твои промахи? Они потрачены на подготовку операции. Взятки, организация экспедиции, покупка всевозможных товаров и снаряжения. У меня были очень большие расходы, как я уже сказал, себе я не взял ни монеты. И какова же требуемая сумма? 1 000 000. Что? Ты шутишь, да? Я похож на человека, который настроен шутить? Нет, братец, это, увы, горькая правда. Мы должны вернуть Де Пуанси 1 000 000 песо. Но черт возьми, у нашей семьи близко нет таких денег. Нам не хватит и 20 лет, чтобы собрать эту сумму. Если бы я не был за решеткой и не был связан обязательствами перед орденом, я бы заработал за полгода год, максимум полтора. Шарль, здесь новый свет, здесь все иначе. Активный и предприимчивый человек способен сделать тут состояние, и на это не уйдет вся жизнь, как в Европе. 1 000 000 за полгода? Ты спятил? Ну раз ты так уверен, почему бы тебе не сообщить об этом твоему Де Пуанси? Пускай выпустит тебя, и ты подсуетишься. Не говори чепухи, Шарль. Пуанси ни за что не выпустит меня отсюда. Если бы все было так просто, я бы не просил тебя о помощи. То есть эти деньжища за твою свободу придется добывать мне? Не только за мою свободу, или ты уже забыл? Нам снова вернуться к разговору о дворцах, балах и любовницах? Да, Шарль, это придется сделать тебе, если ты, конечно, хочешь продолжить вести свою распутную жизнь в Париже, как и прежде. А ты же этого хочешь, не так ли? Ну черт тебя подери, как же я их достану-то? Ты знаешь в округе дерево, которое вместо листьев растут луидеры? Весь новый свет представляет собой рощу из таких деревьев. Да вот только всем лень поднять свои тупые головы и протянуть руки к их ветвям. Не переживай, Шарль, ты справишься, ведь я знаю тебя с раннего детства. И если бы ты был безнадежно туп или ленив, я бы не тратил время, упрашивая отца прислать тебя сюда. Несмотря на все твои достоинства, о которых я уже упомянул, ты храбр, честолюбив, толков, обладаешь хорошо подвешенным языком и умеешь обращаться со шпагой, что крайне важно в этих краях. Ну, спасибо. Неужели мой дорогой братец снизошел до похвалы в мой адрес? А я-то думал, что я всего лишь жалкий художник, придворный. Прекрати ерничать, мы же с тобой договорились, не так ли? Извини, брат. Само вырвалось. Просто слышать от тебя эти слова так же необычно, как услышать рассуждение о спасении души из уст уличной шлюхи. Продолжим, брат. Как я сказал, у тебя есть все задатки, чтобы добиться тут успеха. К тому же ты не один. Я помогу тебе советами, что делать и как правильнее поступить.
Слушай меня, и у меня с тобой все получится. Поверь, опыта мне не занимать. Ты готов прервать поток бессмысленных слов и перейти наконец к делу? Да, похоже, я здесь задерживаюсь. Ну ладно, слушаю тебя, Мишель. Да, брат, ты здесь задерживаешься. Приятно, что ты наконец-то осознал. Так что, если тебя ждет в Париже какая-нибудь куртизанка, советую забыть о ней. Но не переживай сильно по этому поводу. Местные девки обладают не меньшим очарованием. Правда, они любят настоящих мужчин, сильных, напористых и даже в какой-то степени грубых. Так что, если надумаешь поухаживать за какой-нибудь симпатичной колонисткой, особо не рассчитывая на чтение стихов, рассуждения о живописи и прогулках под луной, а они не оценят. Так, братец, теперь ты ударился в словоблудие, давай ближе к делу. Я готов слушать твои советы, но не твои пошлые намеки. Хорошо. Для того, чтобы у тебя вообще хоть что-то получилось, тебе обязательно нужен корабль. Карибы – это архипелаг, здесь вся жизнь неразрывно связана с морем. Для человека с собственным кораблем сразу же открываются бесчисленные возможности заработка. Ну я же не моряк! Значит, пришло время им стать. Другого пути у тебя все равно нет. Ты же не думал работать клерком в портовой конторе или записаться в гарнизон? Нет? Значит, станешь капитаном. Какой занятный поворот в моей карьере. А где же я возьму себе корабль? Так, на нашей верфи сейчас стоит отличный люгер. Это небольшой, но очень удобный корабль. Как раз для того, чтобы сделать первые шаги на поприще моряка. Этот люгер строили специально для меня. Я внес за него залог в 5000 песо через моих друзей. Отправишься к местному корабелу и скажешь, что ты от Мишеля де Монпе. Он в курсе. Корабль стоит всего 5000? Странно что-то. Брат, ты меня вообще слушаешь? 5000 это только залог. Цена люгера около 20000. Так что оставшуюся сумму ты достанешь сам. Кроме того, к тебе потребуются деньги под найм команды и штурмана. Отлично, где же мне их взять? Заработать? А как же еще? Деньги валяются тут под каждым кустом. Нужно просто знать, где искать и не бояться трудностей. Походи по заведениям, поговори с людьми. Тебе наверняка предложат какое-нибудь поручение, но будь осторожен, прохвостов у нас гораздо больше, чем честных людей. Ясно. После того, как купишь корабль, найми команду. Сам ты пока не можешь управляться с кораблем, так что тебе потребуется опытный штурман. Обо всем этом поговори с хозяином таверны, он тебе поможет. Ну и сам не теряйся, конечно. Когда выйдешь в море, сразу бери курс на Гваделупу. Что? Что это такое? Город? Это остров в 2 днях пути отсюда. Да, постарайся побыстрее обзавестись картой архипелага и выучи ее как «Отче наш», чтобы не выглядеть в глазах людей остолопом, неспособным отличить город от острова. Мотаться по архипелагу тебе придется много, так что готовься сразу. Ладно. Что мне там делать на этой, как ее, Гваделупе? Найдешь там человека по имени Фадей. У него свой дом недалеко от пирса. Представишься ему от меня и потребуешь вернуть долг. Он как-то весьма неплохо проигрался мне в карты. Полученные деньги будут тебе в качестве подъемных. Использую их, чтобы раскрутиться. В смысле раскрутиться? В смысле, при помощи этих денег заработать еще денег и так далее. Например, торговли. Мы еще вернемся к этому разговору. Пока займись кораблем, отправляйся на Гваделупу, найди этого толстяка московита и вытряси из него долг. Только не прими мои слова буквально. Фадей очень уважаем на Гваделупе и друг самого губернатора. Так что ссориться с ним ни к чему. Наоборот, попробуй подружиться. Как получишь от него деньги, сразу возвращайся ко мне. Ты понял меня, брат? Понял. Ах, блин, за что же мне все эти наказания? Не печалься, Шар. Прими это как неизбежное зло или добро. Ты еще благодарен потом будешь судьбе за то, что твоя жизнь повернулась таким образом. У тебя, братец, появилась возможность наконец-то проявить себя в делах, достойным настоящего мужчины. Глядишь, человеком станешь. Ты опять за свое? Нет, нет, что ты. Все, Шарль, не теряй времени понапрасну. Что делать, ты знаешь. Жду тебя с Гваделупы, уже капитаном собственного корабля, и с деньгами от Фадея. Удачи, брат, я надеюсь на тебя. Постараюсь не подвести. Ладно, Мишель, до встречи. Итак, мы узнали, за что был посажен под арест наш брат Мишель де Монпе. Он был посажен якобы за растрату денежных средств,
присвоение имущества, ну и так далее. Но на самом деле дела обстоят все же более серьезно, чем нам представили. Но не будем терять времени и пойдем выполнять задание. Но это будет в следующей части этого квеста. А пока я заканчиваю эту серию. Всем до скорого. В дальнейшем мы еще увидимся.